Эм, слабый электролиттерге айтқанда эле су кирет, слабый электролит болсун алат, су. Кейін слабый электролит болып, бұл слабый кислотта, конечно, слабый основаниялар кирет. Образование фторной кислоты. Кейін үшіншісі, эми қанайшам, слабый электролитке даған комплексный соединениялар керек. Комплексный соединениялар. В основном комплексный соединения бұл элементы D группы деп айтылады. Теманы аты раствор. Растворы. Растворы у меня связаны именно тема. Учитывая, что комплексные соединения, комплексные соединения шалы, брат серебра бар, был аммиак минен лекция гистре, когда был. Нойбер комплекс сад. Слабый электролит был. Свечка выйдет. Свечка когда с утра труда. Ими, задача номер 9. Смешали по 250 мл раствора фторида натрия. Концентрация С известны. И нитрата лития. Концентрация соли известны. Определите массу образовавшего осадка, произведение растворимости фторида лития. Шунчакен. То есть, бринчи группа ларден, исключение был, машул грет, литий фторид. Был, осадок был тушплат. По идее, айтсак, бринчи группанын общин, бан это соединение, соль вон соединение лары, сильно растворимый, да, этот джод про литий фторид, осадок был тушплат рандрёсу. Ушло исключение где-то. Исходное количество ионов лития был множество литинкин тапсоплот, концентрация сны. Смешали по 250, вот, значит, раствор фторида натрия экзидомики, раствор нитрата лития экзидомики миллилитр. Ушло, ион лития был барабар, 0,30 умножить на 0,25, шунча моль литий, фторид кидали на шунча моль. Объем раствора после смешивания равен 0,5 литров. Потому что 0,5 литр габарар год. Ими, х моль осадок 1000 девайса, тогда произведение концентрации ионов в растворе равно, да, то есть произведение растворимости. Произведение растворимости равняется концентрация лития умноженная на концентрацию фторида. Х моль осадок был чипал давать лутатку. А суда произведение растворимости был эриген нерсен тауз. Значит, осадок был чипал, а суда канча калган литий бар ушул. Произведение растворимости чарганга 0,05 минус х моль. Деленное на объем раствора 0,5. Концентрация берет, литин концентрация сны. Ими вторичная концентрация 0,075. 0 вторичный кен, 0 литинки кен. Минус х, деленное на 0,5, был для меня берет концентрация сны. В общем-то, х ты чарался болот. Тем не менее. Произведение растворимости равняется айткандай эле литин мемеси. Литинки ал жакта деген 0,075 болчу моль. Минус х.
деленное на 0,5. Бұл литийнің концентрациясы. Эми, фториттің концентрациясы 0,5. Ноль целых 0,5 моль фторитной концентрации минус х мбул учакта произведение растворимости без гибергенли. Произведение растворимости без гибергенли на 1,5 умножить на 10 минус 3 степени. И мы не клаус. Но какой он умножит труле? Умножит тек 0. 0,5 на 10 умножит тек. Ноль весь ноль весь умножить тек ноль джима весь повод. Ошено. Так. Ноль джиги ноль джима весь. Буну сразу для ноль джима весь ты. Ноль джата ноль на кон умножить кенким. Лучше под кем соса плот то. Произведение растворимости лучше под кем умножить соса плот. Наса. Да. Чекен. А 0,95 минус х. Ушина болта, то есть у жақта мемесінің білестер, бұны бұнаға ұмасет деп болады. Мұндай, мұндай. Оно было бы носит туал. Шинда 75. Минус 0,075 х. Так, она минус х. Минус да для 0,05 х. Кинь, конечно, минус на минус плюс вот плюс х. Нашуға барар болды. Эми, минусар нону налоконды қошсақ болады. Экон бириктір қошсақ болады. Минус минустан по-любому ле 0,25 берілет. Сонда х в квадрате минус 0,25 х. Кейін бұны бұл жақыт көрсе ол. Көрсек минус қуат, сонда минус 75.
Бұл нольға бара бар, әнткен мұнан ұл жақып тұрсы алып та. Квадратный уровень не әкіріп кеттік. Квадратное уравнение гриппеттик. Квадратное уравнение, да. Мемесі бар, дискриминанты чарап тұрған. Мемесі бар, дискриминанты чарап тұрған. Мемесі бар, дискриминанты чарап тұрған. По идее, общейлі формуласын, общейлі формуласымен чарсақ болады. Бізде, мұнағы барар болды атты. Квадратное уравнение мемесінде. А, x в квадрате, так, плюс чем минус, повышенный, плюс чем минус, b, x, плюс c, был 0. В данном случае, вот так, b, кассил тат, мол, был тат, а, бизде, бирекен, ну, жерде, бирге, вот, да, а, бирге, баралкин, c, шында, 0. Эми дискриминант. Дискриминант мантип обозначает чет либо еще мандай джоля дыды джас пушат че. Бу формула скандай. Дискриминант барабар b в квадрате минус 4ac. Бізде b мол болчу. B нын алдында минус тұрады, значит минус 0,125 в квадрате. Минус 4 АС дода. 4. А бұл жақта 1 деп айттым мен. АС. Нашын жағы бары бар кен. Дискриминант үшінде болады. Мен бұны санап шығарсақ. Квадратта минус всегда плюс кайлан кетет. Ошонда 0,0. Шында екен, так, кейін минус, конечно. Минус. 4 умножить на 0,0135. Эм блока минус класс дискриминант таушчин. Кусында 0,0665 минус 21-25. То есть дискриминант барабар. Эльмар, вечерпой. Нол жерде надашып кетті, ошо айтып карасаң, 4 АС дегенде, он последняя цифра бізде сыче, 0 целых, там 3,0375, берде бізде 3,3 кетіп қалды, да? Просто перо менен ушундай жазылып қалды, карасаң. Башында эсептеп алганда 375 болуп атат эле го. А, 375-тен деген біз... Оқы,
Минус қолбадық бай. Нол жақта... Менде жазылбайға қолшын. Азыр мұны жерге қойып тұрайын кедек. Біз бұл жақта ба формулаға келтірбадік бі мұндай. Конечный формулаға че. Бізде позиция мұнда болды. Бұл жақты 0,25-ті мұна қолмаш етіп қол. 1,5 минус 3-ші степендегі. Мұна калькулятор көрінілі жатау сәрге. Минус 3. Умножить на 375. Во, 3 0. А у тебя там получается 2 0 на 300. Ой, 2 3 получается. Карасан, а нам гейн задача в сторону смолку. А, джо, кин. А, гейн еще. Кин, мол, орду. Ну, устный улер, зачем на? Кызыл свет мен алып. Мол, орды, че? Ушында біріктірсек, мұнаны мұнаға ұмыш еттік, кейін бұны бұл жаққа, то есть бұны бұл жаққа, ұшындай болуға, ғаны дейін мол да бізде, ұшынмен ұшынмен ұмыш еткенізде азыр. 0,075 ұмножыттан 0,05 болғанда ұшында чық болды, 0,00375 болды. 375, көрдің бұл? А у тебя смотри-ка, жоқ. 2 0 3000, там оқысам 33,75 болып тұрапты. Вот дискриминатив, посмотри. Мен болды ғо. Мол жақта деген азыр көрсет. Жасып шығайын да, нөгөрі. А, все, мол. Азыр, нөлің қарықтан шықты ғой бейтім дейді. Бізден мынандай барып қалды ғой ақыры. 0,00375 минус 0,125x. Так, кейін плюс x в квадрате қалды ғо, бұл барабар 0,000375 болды жа? Кейін бұны бұл жақ өткөздік та. Біз квадратын уравнение алып келіп үшін бұл жақты 0-ға барабар қылшыз керек че? Құшында бұны бұл жақ өткөз салдық. Өткөзгенімізден кейін 0,000375-тан минус. А все понятно. Кусак ушел чуть полды. Теперь понятно. Ага, спасибо. 375 пол чуть полды. Эми. Дискриминантус нашего барор болткен, да? Эми дальнейшие X-терді үшінде жарыс үшін. Кейінке дәлінші үші квадратның уравнение формуласы бұл так, бұнында болот X үші неизвестный тауыш үшін равняется минус B жаққа плюс G минус в квадрате дискриминант, то есть в корне дискриминант деленное на 2а. Ошында b бізде известно ли 0 минус, то есть дискриминант қандай болады? Ошында біз бірінші қойсақ, на минус 0,125-ті қойсақ, алдына минус тұрады, ол жақта минус мен минус плюс қалаттан, ошында плюс 0,0. Сондай, біріншісін плюс деп алайлық, в корне дискриминант тұрғанда. Деленное на 2 а. А бізде 1 бұл қатта ол жақта пайл болмын чек. Сондай жөлі 2-ге мен қып қойыз. Емі в корне тұрғанда. Корень
Ошыға барар болды кен. Анан кейін, бұл жақта 0 жерде плюс деп тұрады, значит 0 деле плюс кен, жерле қошып кетсе болар еді. 0,125. Плюс 0,125. Ұшынша барар болды кен, бұны 2-ге бөлеміз, конечно. Сюда x первый без азер x принесен сам чардак анкен будет как-то плюс мен молодежь да плюс мен минус тратта сюда без принесен плюс тебя пойду кушна x первый чек ты где x первый равняется 0,0. Сюда и кем? Моль. Эми x один час чун, не хочу скрек, просто ли? Молдет минус пол пол скрек. Минус. Сюда. Кориндин чарсак. Кориндин 0,0,21,25 чарсак. Яна. Фан болтау. 0,21,25 кен. А? Эй, апкетчи. Корень 0,00,21,25. Он не был чаткен. Кин. Икс екиде деген бізде минус деп тұрады, талжақтайчы. 0,0,125-тан біз минус дискриминант в корне деген чашылыс керек, да? Минус қолсалшылыс керек. Сонда мен бай чарды 0,0,461 болды кен, приблизительно округлить етсек. Мондай болып шықты. Бұны 2-ге бөліп салсақ, x200, 2-ге бөліп салсақ, x2, 0,0,395 болады кен, приблизительно 395-тер жас бөлсек болады. X1 менен X2 чықты бізде. Эми қарасақ, бұл жақта дискриминант менен. Эми сопоставить етіп көршіңіз керек те, бұл жақта. Біріншісі деген бізде қанша шыққан болды? Бірінші X бұл 0,0855 болып шығатады. X1 қойсақ 0,05 минус 0,0855 болса, бұл жақ минусқа еріп кеттады. Значит, X1 бұл бойдыкен. X1-дің мемесі, значениясы, өздерінің нынешне концентрациясы, изначальный концентрациясынан көріп болды. Ошан үшін X1 бұл бойды. Эми, X2 қанша болып шығатады? X2 0,0300 95 болчу. Қарайыз 0,05 минус 0,0395 болот кен. Изначальный концентрациялардан азырақ болот кен үшін. Откуда x 0,039. Бұларды трехзначное число чен қылбаттыр. Біз трехзначное число чен қылдық. Сонда масса выпавшего осадка равна масса вторит лития. Малярная масса основной стык 1 грамм кен. 1 грамм осадок болды шпаттыр.
Эми расчет растворимости в чистой воде. В чистой воде дота, значит, талжакта посторонние вещества. Просто дюлюску. Вычислить растворимость гидроксида хрома 3 в воде. В отсутствии посторонних. Мен азыр башыма эч бир киргизбейт. Үйгө барып курсам тойгодо алганан кийин кирем баргандардын. Кече запис өзүңүз карап карап кийин эмне кыла аласыз? Бизден ал жан берген болсо кыйын экен ай. Эми гидроксид хрома бар, анын формуласы гидроксид хрома 3 экен. Буну диссоциация, эми конечно бул твердый эме экен. Диссоциация болгондо частично частично основа мея болот. Эми бунун PR произведение растворимости равняется концентрация хрома, иону хрома. Произведение растворимости равняется концентрация хрома 3 кейн концентрация гидроксида. Конечно, булжакта произведение растворимости булжакта мемесине стехиометрический мемесине соотношенияларына карайт. Булжакта 1 болгон үчүн бунун үстүнө 1 болуп турат. Булжакта 3 болгон үчүн бунун үстүнө 3 болуп турат. Сундай эле произведение растворимости. То есть бизде основная формула ушул гидроксида хрома 3-ники 0 экен. Эми бул где-то X концентрациясы растворится этилет. Бунуку деген 3X болот. Ушундай. Так, произведение растворимости бунука 6,3 здесь минус 31 секунд. 6,3 минус 10 минус 31 степени. Сначала бараваркен. Так, значит, если сопоставить отсек, PR равняется X умножить на 3X в кубе. М был равняется 27x в квадрате. Да? Но оба работы. А вот тут целых 3. Он минус 31. X равняется, значит, 27-ні бұл жақытқа солады, бөлі өзді. 6, 3, 10 минус 31, деленное... Эльмар, шулардан қайра түшіндіріше, пожалуйста. Аха. Ноғым, произведение растворимости равняется X. Это концентрация хрома? Концентрация хрома. Ионов. Ионов. А 3X в кубе откуда? Гидроксильная группа? О, гидроксильная группа, да. Но гидроксильная группа, да, без коэффициенты, имя степень возвратит, она кайра дал кой, дал степень возвратит, это же. Ноль же, да. Вот x умноженное в скобке, 3x в кубе до этого. А имя де, джаз вот когда произведение растворимости равно карасан, вот квадратный скобка, да, OH, беру лето, это в кубе. А бьяхта откуда коэффициент 3? А, мне непонятно вот это. Допустим, делик, анда, мынакча айталык дейт, мынал жерде x бар да. Эм, растворимый часть. А, все, понял. И здесь 3x деп. Алдын 3 болгон үчүн 3x болуп калды да, болчу.
Уже возводится, а? Понятно. А кейін уже 27-ге бөлеміз. Мұндай болады. Бұның көрейін. Оны оқыса. Так, бұны кейін көрейін алауыз бұндылы, төрт болып қат. Ұшында шында X X равняется 6,3 10 минус. Калькуляторға салсақ, мен айтқандай әлі сіздерде научный, scientific калькулятор болса, қиналбайсыздар. А если научный, scientific калькулятор жоқса, мен двойной көрінмен шығып қостырды. Ой, 6,3 минус 31. Бұны бірінші 27-ге бөлі өз. Шынша шықты. Ушунун чыккандын мал жерде монча чыгып атат да произведение растворимостинин 27-ге бөлсөк ушунча чыгып атат. Кийин бунун коренин алышыбыз керек. Квадратный корень да болчу. Алдык, ушундай чыкты. Дагы бир жолу квадратный коренди алсак, ушунда берги корень 4-кө барабар болот. Атып өтүбүз. А то есть 1,2. Бұл жақта мынау жерде 3 деп бірле мемеге шейін ұшыл санға шейінле болған үшін біз ашуға шейінле алдық. Акрилит жазып салсақ, бұл жақта 3 болған үшін бұл кішкене болатады. 2-ні көтере албайды мен дәрежесін, цифраны көтере албайды. Сонда он минус 8 бәле. Минус 8. Сонда x ұшыншаға барабар екен. X. Бізде не деп жатады? Сұрады. Расчет растворимости в чистой воде. Вычислить растворимость гидроксида хрома. Ушел. Растворимость гидроксида хрома. Растворимость гидроксида хрома на x получается ушел. Именно шунча часть гидроксид хрома растворяется тканью чун х ка барабар болот. Растворимость гидроксида хрома. Ответ мол. Условия сын көрсөтүп койчу жазууга. Все. Мен сиздерге мынал растворный конспектин жөнүн төрөмүн. Хорошо. Азыр ушул, кейін уже мемелер менен, суроолор менен меме кылыш керек. Азыр калынган знанияны подкрепить этиш керек. Так. Азыр уже где-то 3 минуттан кейін, 4 минуттан кейін мемен бүтүп калат. Конференция бүтөт. Кече агай менен сүйлөшсөм меме деди, экинчи конференциядан кийин аларга 40 мүнөттөй убакыт бер деди, чтоб
Ошол 40 мүнөттүн үстүндө мөмө жөнөттөдү, суроо жөнөттөдү, суроолорду алар чыгарсын. Кийин сен 3-чү конференцияда ошоларды разбирать этесиңер деп. Мен суроо даярдап койдум бул жакта. Алар жөнөттөрөм силерге. Биринчи малярная концентрацияны эле определить этиш керек. Биринчи бүгүнкү өткөндөрдөн эмеси, суроолору. Бул жакта качественная реакция деле бар. Как одним реагентом различить водные растворы деп атат. Ошол эми кайсыл мен менен одним реагентом полныйны ошол бир эле реагент иштетишиңиздер керек. Башка-башкалар болбойт. Эми эки вещество реакция кирип атат, эки соединение реакция кирип, кийин бизге мындай мөйлөр берип атат. Продуктлар берип атат, ушул кайсыл-кайсыл мөмөлөр, коэффициенттер менен чыгарып бериңиздер. Кийин бул жакта жөн эле простой эле мөмө концентрациясын тап, калган растворда калган иондордун концентрациясын таплар деп атат. Осадканы чыгарып, осадканын мөмөсүн алып коюп, объём осадки пренебречь. То есть бул жакта смешали между собой 1 литр раствора хлорида бария и 1 литр. Объём 2 литр болот экен. Бул жакта осадыкты чыгарып койсоңуздар, объём өзү түшүп кетиш керек да, бирок ушунун объём осадка пренебречь деп атат. То есть общий объём 2 литр деп ала бериңиздер. Кин рассчитайте pH уксусной кислоты. Уксусная кислота был слабый болган үчүн полностью диссоциация болбойт. Значит, эмне? Частично диссоциация болган үчүн через константу кислотности чыгарышыңыздар керек. Но жерде он минус пятый степень был, минус пеш эмес, минус пятый степень. Кин рассчитайте растворимость в граммах на 100 миллилитров воды. Bunu и так понятно болсо керек. Азыркы чыгарган сурооңузга кошулуп кетет мына ал. Акыры чыгарган сурооңузга. Какая масса раствора с массовой долей гидроксида натрия потребуется для нейтрализации? Бул жерде жөн эле. Жөн эле массовой долясын таап коёт экенсиздер, гидроксид натрия нейтрализация реакция деле. Эмне мына жерде соляная кислотанын молун таап с помощью стихиометрии чапаешь на закрыть. Какой объем раствора с массовой долей серной кислоты потребуется для приготовления раствора булдельджин или фрокен? Определите малярную концентрацию раствора, полученную при растворении сульфата натрия, массой 42,6 грамма в воде, массой 300 грамм. Если плотность полученного раствора равна 1,12 грамм на литрах. Бул жөн эле малярная концентрацияны таап коюшуңуз керек экен.